значит, ну вот, значит, мне ввели цель, и я шла, а вот, потом сказали раздеться, ну, верхнюю одежду снять, ну и все, прошла через этот металлоискатель, потом, значит, деньги, пальцы откатали, ну и все, и два окошка для собеседования, значит, одно такая женщина, ну, такая, как бы, строгая, а второго человека в комнате я не вижу. Ну и про себя думаю, ну вот это строгая, думаю, вот как-то, ну, думаю, хоть бы не к ней. Такая вот она реально строгая. Вот, ну и все, и освобождается, и меня, значит, к ней вот этой строгой. А я же взяла все тоже, что вы советовали. Вот, и, то есть, вот это я взяла, да? Я бы там покупал курс своих книг, сертификаты. У меня их много, реально. Я еще что взять, значит, ну вот эту вот папку, да, так вот я держу, значит. Ну и к ней. Вот она как бы кивает. И вот она на меня посмотрела, она строгая, да, но она на меня посмотрела, и так вот удовлетворительно, вот, вот, ну, так, ну, ладно, первый шажочек, вроде ничего, так она вот хорошо даже приулыбнулась, так, глядя на меня, вот, с этой папкой, вот, ну, и к ней она спрашивает, а какая цель вашей поездки? Я говорю, я к подруге, с которой мы вместе учились в Минском медицинском институте, вот, она говорит... Ну, она, в общем-то, не глядя на меня, но я вижу, что, видимо, она в анкету смотрит. Вот я вижу, что у нее зрачки бегают. То есть она изучает и читает. Ну, так иногда изредка на меня. Говорит, вы не замужем? Я говорю, нет. Она говорит, детей нет, то я говорю, нет. Ну, она так вот обычно. Ну, это же политкорректность, в конце концов. Люди же не обязаны быть замужем и не обязаны быть с детьми. Ну, понятно. Вот, она говорит, ну, опять же, как бы, в общем-то, не глядя на меня, у вас квартира есть? Я говорю, есть. Она говорит, а машина есть? Я говорю, нету. Ну, и она так, как бы, вот так, с улыбкой нормально так. Вот, потом говорит, а вы за границей были? Я говорю, да, была, вот, в Австрии, в Эстонии, в Литве, в Латвии, там, в Болгарии, ну, в общем-то, в странах соседей, говорю, в основном на медицинских форумах, конгрессах, говорю, ну, вот она вот изучает, то есть ничего, никаких документов, как бы она мне не требовала, а самой давать мне тоже вроде как неудобно, думаю, ну, видимо, она вот по этой папке поняла, что вообще у меня есть бумажка на каждый случай, вот, ну, и как бы тишина. Вот вижу, она читает, думаю, да, наверное, я пролетаю, думаю, то есть вот уже читает, ну и все, она говорит, без вы паспорт, может, получить понедельник.